такая шпилечка. Накрутим. Это здесь. Кирпичик и припаяем. Люк.
Привет, друзья! Сегодня у нас колхоз. Значит, имеется вот такая классная паяльная станция. GVDA, модель GD318. Обзорчик на канале был. Все хорошо, работает отлично. Единственное, что напрягает вот эта вот торчащая вверх ручка. И надо с ней что-то делать. Не вмещается на моей замечательной полочке. Значит, что я решил? Решил немножко доработать. Сделать нечто наподобие вот этого вот. Я работаю старым дедовским методом. Побольше припоя, побольше канифоли, побольше дыма. Значит, что мы сделаем? Вот это вот срежем, вот это все уберем. Эту мочалку мы выкинем, она не нужна. Вот, и я сделал вот такие рожки. Паяльник будет ставиться на вот такие крепления. Это у нас гетинакс. Это прикрутим здесь, это прикрутим здесь. Вот здесь будет вот такая фиговинка торчать. Сюда будем одевать крокодильчик. Типа третья рука, чтобы одну руку разгрузить. Сделал эти рожки из вот такой пружинки. Припаял, правда, не очень хорошо получилось. Но я думаю, держать будет. И сейчас мы это дело соберем. Значит, имеются у нас вот такие винтики, четверочка. Мы их вставляем здесь. И это прикрутим вот здесь. Вот так. Этот винтик сюда. И это вот так. Подтянем при помощи отверточки. Чик. И еще раз чик. И получилось вот такая красота. А ну, давайте мы это дело примеряем. Как оно будет? По-моему, неплохо. Очень даже неплохо. Так, теперь вот эту вот фиговинку для крокодильчика. Также крепится при помощи винтика. Но уже троечка. Это сюда. И отверточкой. Теперь прикрутим вот эту вот коробочку для припоя и для канифоля. Здесь у нас саморезики. Пока легонечко, нормальненько. Ну, давайте еще разочек примеряем. Очень даже неплохо. Так, и крышечка будет вот здесь. Замечательно. И вот он крокодильчик. Крокодильчик будет здесь. Третья рука. Ну, крокодил возьму другой. Нужно подобрать помощнее. И будет все окей. Так, с этим разобрались. Теперь нужно разобраться вот с этим вот. Как вот это вот снять. Не хотелось бы разбирать. Но, наверное, придется. Нижнюю крышку я снял. Также снимаем вот это вот. Железо. И вот у нас плата. Вот такая маленькая. Вынимать не буду. Давайте покажу поближе. Как-то так. Значит, теперь мы отпилим вот это вот. Очевидно, резаком для резки листового пластика. Потому что наживочка может испортить. Резачком чик.
И еще раз чик. И еще раз чик. Может быть, вот таким. Можно и таким. Теперь с этой стороны. Обломали. Хорошо. Теперь возьмем напильничек. Специальный напильник для пластмасс. И немножко подровняем. Так, и давайте посмотрим, что у нас уже получается. Получается вот такая красота. Вот такая красота. Теперь мы это дело сейчас почистим и соберем. Станцию я собрал. Осталось два лишних винта. Не знаю, куда их закрутить. Может быть, запасные. Так, а это мы посадим на саморезы. Дырочки я уже просверлил. Сейчас быстренько закрутим. И все будет в окей. И еще один. Все, финиш. Финиш, финиш. Как оно будет? А будет вот так. Паяльничек. Паяльничек. И вот такая красота. Тра-та-та. Тра-та-та. Получилось офигенно. А катушку с припоем я устанавливать не буду. Нехай будет так. Вот этот вот проводочек я, возможно, перенесу вот сюда. Или сделаю где-то здесь. А крокодил я взял вот такой, гладенький, без зубчиков. Чтобы не портил изоляцию проводов. Получилось намного лучше, чем я ожидал. Думал, будет намного хуже. А на сегодня все. Всем, кто смотрел, спасибо. Ставим пальцы. И до следующих видео. Всем пока.